В общем, мы приехали в оружейный магазин. Да, мы путешествовали, чтобы найти оружейку и как следует затариться. А что получилось из этого? Смотрите дальше. В общем, мы все умерли, там заболели. Ой, спойлер. Куда мы лезем, боже? Она чтоб где этот аккумулятор не сел. Сзади можно будет зайти. И спереди тоже, если что. Из чиста. Хорошо, что начал. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные. И все это было готово. Я выломал дверь уже. Хорошо. Блять. Нихуя тут ебануться, блять, Саня. Давай, я зачищаю пока место. Выноси все. Так, ага, давай, я забираю все, короче. Гружу на руки. Машину все принесу сейчас. Бля, тут неплохо. Ну, не, в принципе, тут, ну, как бы, не совсем густо, ну и... Поедем сейчас, где густо. Там еще есть это дальше. Это не густая была, да? Это такая, да, была легенькая? Ну, тут еще второе помещение, старик, есть. Это вот ты облазил только. Тут еще вот можно зайти... Вот с этой стороны, где-то тут вот есть. О. Вот тут я открыл дверь. Блять, там двое. Иду. Оп. Да, не, я справлюсь, все нормально. Ага. Все нормально. Это выход, да, был? Да. Ключ, я нашел ключ. Не ломай, успокойся. Ага, давай. Все. Заебись. Все, спасибо. Вот тут может что-то еще будет. Хуй. Хуй сосать, нахуй. Вот есть 9-миллиметровая. Забирай 9-миллиметровая. Да, как раз тебе под УЗИ. Забираю. А я тебя чем могу порадовать? Ну, блять, у меня Ремингтон есть. У меня дробовик, мне только по картечь найти. И винчестер есть. Винчестер. Бля, я, наверное, с винчестером буду ходить. Если тебе. Да, если да, хочешь, я тебе могу его дать. Не, у меня с, есть. Старый, походу, с этим, блять. Сейчас я, ну, его в руки найду. 1897, который. Не, 1873. Да. А, ну, еще сейчас. Старее. Ну-ка, то есть что там? Это вот с этим, блядь, наверное, затвором, блядь. Или не? Ну, блядь, доставай его, ебан. Да, это... Слышишь, блядь, это он. Я с ковбойской. Так, а у меня какой, да, как глянем? Ну, у меня такой, по-моему. А, у тебя дрободелла, да? А у меня еще есть этот... хорошая снупапа. Вот это, блядь, короче. Не, вот. Это винчестер у меня. Не-не-не, у меня, смотри, это винтовка. 308 не стреляет. Так, ну, я, так, короче... Сейчас я скинусь. Угу. Так, конец. Ну, куда? А я посъебал. До свидания. Блядь, смотри, не задави меня. Так, журнал садоводства. Пока скину. Кстати, 45-ка есть патроны, обойма. Вот, девятого. Так, ну... Опа, блядь. До свидания, я уснул, блядь. О, и снег пропал. А у тебя... Дождь пошел. А у тебя снег есть? Нет, дождь пошел, снег исчез. Так, подожди. Сейчас, тут были патроны... Точка 45 мне нужны. Есть? Ух ты, блядь. Я понял. Вот ходи, блядь. Бля, поехали, короче, я понял, блядь. Езду. Ебал я в рот такую оружейку, блядь. Есть еще. Заправчина есть еще, можно в заправчину заехать. Она тоже такая нормальная. У тебя нет 45-х? О, не, я не подбирал, старик. А там были, я находил их. Нет, они были в этом, просто с трупов пару коровок можно было собрать. Но я что-то не подбирал, тут как-то похуй было. Ну ладно. Все. Давай, тут зомбексы, выпрыгиваем. Gas and more, блядь. Мне топор в лобби руки взял, да? Чини топор. Ух ты, блядь. Слышишь, дружище, ну... Я, блядь, вообще не в боевом состоянии, кстати. Зря мы... Иди, убегай. Я справлюсь. Я могу только с винтовки, блядь, попробую почикать. И то, блядь, я, наверное, сейчас буду самый косой человек на свете, блядь.
Блять, антидепрессанты, действуйте уже, ёб твою мать, блять, что за хуйня? Ты стрелять начал? Да. Блять. Саня, поехали отсюда, в пизду. Поехали? Заводи машину, блять. Отходи, там толпа сзади, убегай, просто беги, просто беги. Бля, Саня, я не могу, блять. Я не могу. Я справлюсь. Хочешь, заводи ты, я с ними пока побьюсь. Саня, блядь, Саня! Саня! Он в депрессии ебаной. Сейчас я заберу его. Да заводи тачку, газуй. Сейчас. Ключей-то, блядь, нет, Саня, блядь! Ключей нет! Да. Ключи в трупе. А где труп, не знаю. За тобой уходит, наверное. Кинь мне, может... А, нет, мне на топор, скидывать. На топор, на не, топор. Не, беги, 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 беги. Дубинка просто полицейская давай... есть полицейская дубинка. Я все равно не успеваю пока поднять. Мне бита нужна. Я вот биту постараюсь зацепить. Давай я их увожу на шоссе. Блядь, пизда, Саня. О, браток. Укусили. И въебали, да, походу, все? А, нет. Бля, заряд стрелять начал. Я их веду просто в лес. Надо было с самого начала так сделать. Блять, походу забрал ключи все. Да, забрал. Выходи с магаза, иди в то... и просто куда-нибудь иди, и я тебя сейчас подберу. Блять, Саня, пиздец, живу, хуй знает как. Я завел ее. Где ты? Вот он, я иду к дороге, Саня, спасай меня. Запрыгивай в тачку быстрее. Все, поехали отсюда, бля, надо лечиться, пиздец. Где голова, блядь? У него хуй в руке или что это? Свеча. Да, восковой член. Это культист, это культист. Печку выключим. Пары, точнее. Блядь, тут еще внутри. Бля, Саня, куда ты привез тут, блядь, ебаные культисты, пиздец. Ох, ты заебашим, пидраса. Ой, что это у него за глаз выпал? У него, где ему скальпель снялся? Маска, культиста. Чик. Она, кстати, хорошо дает вот этого защиты. Можешь одевать ее. А че ага. Они вдали пьяна? Идем, я окно открыл. Или подожди. Блять. Заебись. Все по. Блять, опять культист идет. Блять, у него револьвер что ли в руке или свечка опять, блять, как клинок какой-то, блять. Куда он спарился? Бля, он телепортировался, Саня. Блядь, мне на визион нужен срочно. Угу. Пиздец, как всегда, мы начинаем, как всегда, нормально, вот плюс-минус там, хорошо, бля, и как только вот сюда доходим, вот это там, от перехода от начала к середине уже, ну, пиздец начинается. Ты здесь? Да. Так, скверная простуда, нетерпимая боль. Ты на втором?
Аллаху Акбар! Моюсь. Ну, зря я это делаю, конечно. Но мне надо тоже срочно искать эту... У меня, прикинь, у укуса заражение прошло. То есть у меня где укус был, было заражение. То есть еще не заразился, что ли? Реально или что? Блядь, ты что пугаешь, Саня, блядь? Пиздец. Я думаю, что ты затих, блядь. Так, ладно.